Друзья, приветствую каждого из вас. Хочу поделиться словом. Это Второзаконие, 7 глава, 9 стих. Первая часть стиха здесь говорит: «И так знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит заветы и милость». И это так важно нам помнить всегда, что наш Бог верный. Но еще важнее для нашей жизни сегодня по отношению к нам, чтобы природа Божья, она была явлена в жизни каждого из нас, чтобы мы являли верность, ту верность, которую Бог проявляет по отношению к нам, чтобы мы проявляли эту верность по отношению к Богу, по отношению к нашим обещаниям, к нашим людям, которые находятся рядом с нами, наши семьи, наши дети, наши жены, мужья, чтобы мы на самом деле проявляли верность. Это такое важное качество, в котором сегодня мы нуждаемся, друзья, с вами, чтобы являть Его Царство здесь, на этой земле. Бог да благословит вас. Будьте верными даже в мелочах, даже в самых маленьких обещаниях. И Бог поднимет вас еще над большими вещами. Во имя Иисуса. Аминь.